Мы въезжаем на главный КПП Славянска, который, по заявлениям Киева, на данный момент является самым опасным городом на Украине. Это тот самый город, недалеко от которого погибли люди. 20 апреля во время обстрела блокпоста здесь было убито 5 человек. Украинская армия заявляла, что заблокировала все дороги в город, но мы пока ничего подобного не видим. Поступают противоречивые сообщения. Некоторые предполагают, что украинские войска вошли в город, но также мы слышали, что в городе находится антикиевское подкрепление, которое вытесняет или уже вытеснило военных. Да, мы видим вооруженных людей. Убийства произошли в 6 километрах отсюда, но на этот блокпост прибыло 3 БТРа, которые стреляли в воздух. Здесь 4 фотографии. Самому младшему погибшему 22 года. Его зовут Александр Лубинец. Атмосфера здесь невероятно напряженная. Дым, который вы видите от покрышек, которые подожгли находящиеся здесь местные отряды самообороны. Мы не знаем точно, зачем они это сделали, но в настоящий момент они контролируют ситуацию. Они настроены по-боевому, и мы решили не испытывать судьбу. Они отказываются разговаривать с журналистами. Служба безопасности Украины заявляет, что ситуация здесь, в Славянске, вышла из-под контроля. Силовики угрожают дальнейшим проведением так называемой антитеррористической операции. Что касается жителей города, они обещают защищаться и превратить Славянск во второй Сталинград. Полос Лир РТ, Славянск, Восточная Украина.